Всех приветствую, с вами Нелис, и в этом видео хочу вам показать некоторые секретные скины, которые вообще никаким образом нельзя открыть, но при этом они присутствуют в игре. Конечно, очень глупо в начале видео просить ставить лайки, ведь за что ставить лайки, если вы даже видео еще не посмотрели? Но я вас знаю, вы скорее всего забудете поставить лайк, так что тыкай лайк прямо сейчас и смотри дальше видео. Вообще, как я дошел до того, что я понял, что некоторые иконки нельзя открыть? На самом деле очень все просто. Тыкая по разным иконкам и смотрев, что я могу открыть, я обнаружил, что некоторые иконки нельзя никак открыть, так как если я на них тыкаю, то ничего не происходит. Я думаю, что это такое? Конечно, багов 2.1 очень много, но чтобы некоторые скины нельзя было открыть, это впервые такое. Ну, в общем-то, что я решил сделать? Я написал в гугле, как открыть все скины 2.1, и мне попалось видео там, где чувак говорил то, что эти иконки Meltdown, и их никак нельзя открыть. Кто не знает, Geometry Dash Meltdown — это отдельная игра на телефон. Вот как раз таки там и присутствуют эти иконки. Честно говоря, я понятия не имею, что эти иконки делают 2.1 и почему их нельзя открыть. Видимо, RobTop забыл их вырезать, но это только теория. Возможно, он просто забыл их сделать, чтобы они открывались за какие-то ачивки. Кстати, их все-таки можно открыть, но это будет, так сказать, нечестным способом. Можно сказать, мы будем взламывать игру. Ну а как их разблокировать, я вам показывать не буду, так как у меня нет эмулятора. И если вы реально хотите посмотреть, как разблокировать эти иконки, то посмотрите видео гитары, потому что он это видео заснял еще месяц назад, и там он показывает, как разблокировать все Meltdown иконки. Ладно, с этим вроде бы разобрались. Те, кто ждал уровня от подписчиков, то, ребят, сорян, они выйдут, скорее всего, на днях. Ничего не обещаю, но, скорее всего, на днях выйдут. Кстати говоря, поздним вечером 31 марта я попробую провести стрим. Там, где буду проходить ваши левелы и также отвечать на вопросы. Конечно, если этот стрим будет смотреть мало человек, то я быстро его закончу, но надеюсь, вы будете такие же активные, как и на моих видео. Кстати говоря, насчет таких комментариев, ребята, я не добивался того, чтобы вы начали плохо относиться к Декоде. Я понимаю, что он сейчас ко мне относится так же херово, как вы к нему, но все равно как-то надо более нейтрально к нему относиться. Его друзья даже мне начали писать, типа, ой, Декоди не такой, ты зря его обсираешь. Ребят, я его не обсираю, был просто повод, я заснял видео и все. Так же, как и сейчас, у меня есть какой-то повод, я снимаю видео. Если вы хотите знать, когда и о чем будет следующее видео, то чекайте время от времени мой твиттер, там я буду сообщать, когда будет новое видео. Уже заканчивая монтировать, я забыл сказать то, что некоторые люди пишут под видео слив ВК Декоди, то что якобы он сам выложил свой ВК под последним видео. Давайте вы сначала посмотрите дату его видео и дата моего видео. По-моему, тут сразу понятно, то, что мое видео выложено на неделю раньше. Надеюсь, вам все понятно. И давайте, как только на этом видео набирается 50 лайков, я сразу монтирую новое видео. Ну а пока что, с вами был Нелис, всем пока. Дуров разбил телефон, ты гандон. Украл Facebook и обращается со всеми, как с говном. Дуров, верни телефон, ты хуежоп ебливый. Дуров разбил телефон, ты гандон.